просто какой-то эпик, просто что стал первым обладателем в России, получается, в Санкт-Петербурге. Неожиданно. Да, конечно, неожиданно. А только сработало. Новинку ждали от самого анонса Nintendo с 11 года. В принципе, практически полтора года. От новой консоли, ну, конечно, я жду, вот, что она будет такая же оригинальная, как и предыдущая. То есть это получается 8-е поколение консолей. То есть она как бы открывает новую эру консолей. Соответственно, ну, как всегда, от Nintendo мы ждем больше, ну, оригинальных игр, соответственно, продолжение своих хитов, там, Зельды, Метроида и так далее. Как бы, ну, естественно, оригинальных каких-нибудь игр, которые нас могут удивить. И еще вот хотелось бы у Nintendo узнать, почему единственная, как бы, игра от Blizzard, у них вот StarCraft была на Nintendo 64, почему они, допустим, не смогут, как бы, с Blizzard договориться и попробовать там, как бы, второй StarCraft, может быть, как-нибудь портировать. Вот. В принципе, очень удобно, как бы, будет для Wii U. Как бы. Я думаю, что эта консоль ждет такой же успех, как и предыдущую. И желаю игрокам, чтобы они, ну, больше не интересовались новинками, то есть как бы не проходили мимо всяких, ну, оригинальных вещей, которые делает Nintendo. То есть, потому что она как бы не пытается вступить в гонку консоли, то есть она отличается оригинальностью. И пожелаю игрокам, чтобы они просто как бы следили за новинками и следили за всеми вещами, которые делает Nintendo. Всем поздравляю!